Вывенки и нефтяники рассказали местным жителям о своей экологической политике на Ерубче-на-Тахомском месторождении. Как заявляют в Восточно-Сибирской нефтегазовой компании, наблюдение за состоянием окружающей среды ведется уже 12 лет. Влияние на природу незначительное. Построены водоочистные сооружения, полигоны для отходов. В частности, нефтяники запустили новую установку по сжиганию токсичных буровых шламов, вместо которых получается безвредная зола. Вместе с тем, жители Вывенки попросили усилить контроль за подрядными организациями, работающими на удаленных скважинах. Компания «Воснефтегаз» работает на территории нашего района давно. У нас сложились доверительные хорошие отношения, партнерские отношения. И все, что касается вопросов охраны окружающей среды, если возникают какие-то острые проблемы, значит, они всегда с пониманием относятся, и мы находим варианты решения этих проблем.